Где там моя мама застряла? Вот моя мама, фотомодель. Выбирает себе моднявая мама. Что ты там нашла интересного? Цена. Тебе цена интересна или состав? Прежде всего цена. А вот здесь надо смотреть. 180 рублей за 100 грамм. 1 грамм стоит 1,80 рубль. Это мериносик, наверное. 100%. А, 100% мериносик, да? Смотрите, да. Какую мама нас копала. Цвет какой красивый. Ай, как красивый. Ну, мама вообще любит. Вот, на ней, видите? Да. Здесь мериносы. Здесь очень много смесовок. Кашемирчик. До махерчика я еще не дошла, но у меня есть задача посмотреть махерчик. Еще здесь пайетки. Пайетки сейчас очень модные, сейчас все вяжутся. А что-то я мимо пайеток прошла, не увидела. А мы сейчас посмотрим, вернемся. Люрикс. Интересная гамма. Есть яркие, ну как в общем-то и должно быть, да? Но есть очень много природных расцветок, таких приглушенных, спокойных. Очень красивые. А это вот то, что вот на бобинке при вязании складывается как бы рисунок. Очень красиво. Очень. Смотрите. Ага. Какой маленький. Смотри, какой рельс, какая. Сейчас его идет 100 килограмм вот этой нитки. Разные. Ой, ой. Ожидаете поставку, да? Поставочка, да, намечается. Неделю, еще раз приедем, да. Не проблем. Ну, там просто красота. Там а, то есть можно не выбираться, да? Ой, а это вообще любимый цвет мой. Значит, что это? Сейчас вам расскажу. Это цвет вишни, во-первых, самое главное. Пряжа, филонатура, папи, фабио, Италия, артикул Паола, если кому-то что-то говорит, 1500 метров на 100 грамм. Что я смотрю, это 80 шерсть, 20 полиэстер. Ну, с полиэстером вообще классно. Да, это филатура папи, фабио, артикул Паола называется. А метраж? Метраж 1500 на 100 грамм. 80% шерсть, 20% полиэстер, цвет вишни. Ну, цвет вообще потрясающий. Цвет обалденный. Да, цвет просто роскошный. И, кстати, смотрите, она как красиво. Вот она, видимо, уже постиранная, да, вот это вот полотно. Смотрите, как здорово подвалено смотрится. Слегка-слегка подвалено, но очень красиво. Давай, мам, покажем, как вот оно смотрится. Очень красиво. Плотненько, ровненько. И как будто бы чуть-чуть, вот меланжик, вот чуть-чуть, вот. Даже на срезе видно, да. Вот на срезе видно даже. Посмотрите, как здорово. Красивая пряжа. Роскошная пряжа. Кстати, девочки, про свой кардик я в нем живу. Я его не снимаю, в нем сплю. Ну, действительно. Теплый, мягкий, комфортный просто. Вот я в нем живу. Так, что здесь еще интересно? Давай посмотрим. Вот красота какая. Ой, какая красота. Сумасшедшая. Кстати, очень перекликается с маминым кардиганом. Мам, давай тебя покажем. Ты его возьми в руку. Расцветкой, то, что на маме сейчас надето. Ага. Кроме синего. И вот этот вот цвет. Вот, здорово. Вот. Очень красиво. Здорово. Классно. Здорово. Хорошо, конечно. Thank you.
да, прищепиться. Так. Мне вот он слышал. Шикардос. Все мы тут три нитки. Да, да. Кстати, очень красивый. Если в две нитки, да, вязать? Да нет, не в две. В три? И даже не в три. О, нет, в четыре. Я думаю, больше. Не так в шесть, как конечно. Минимум. О, нет, в шесть. Я уже не хочу в шесть. Если кардиганчик, то да, в шесть, да, не да, меньше. Да, да, да. Но вот этот роскошный, просто я вот роскошный. Это хочу взять. Очень красивый. И он универсальный, правда. Махер на шелке. Шоколадного цвета. Если день уже будет, да, махер. Вот он. Нет. 6 евро. Шоколадного. А, нет, нет. 5 лет идею вынашивают. Да? Вот этот вот цвет просто бесподобный. Я очень давно хотела себе такого цвета кардиган, ну, плана, как на мне сейчас, такого же фасончика, такой же модели, но вот такой расцветки просто мечта моя. Но здесь выбор такой хороший, интересный, будет очень интересный. А, то есть без конца вот это вот, да? Да. Куча. Вы понимаете, если вот здесь вот мы с вами отмотаем на три конуса, раз, два, три, и у вас она перемешается просто. Угу. И вот этого смысл, он пропадет. Поэтому перехода надо, вот это. Да, да, купона этого не получится. А в одну нет. Вот это было начало, то есть вот в нем вот окончание вот это вот. Все, освоила, что такое протяжка. Я откуда заказывала? С Челябинска. Ой, мама умудрилась. Нет, с Иркутска, с Байкала. Я говорю, мам, ты ближе не нашла? Нет. В Инстаграме тоже увидела? Случайно. 100% шепа. 900 метров, 100 граммов. Перематывать я ее не хочу. Вот я думаю, что надо ее взять и просто что-нибудь купить здесь и добавить к ней. Здесь такие, которые на Авито выставляют. Это ой, нравится. Это не мое. Да. Я тоже так не умею. Девочки, привет. Это моя мама. Ну, все вы ее знаете, конечно. Это мамина подруга Надежда Николаевна. Вот вы в Инстаграме тоже многие знаете. Она всех лайкает. Она самый активный обитатель Инстаграма. Нет, она обитатель, она там живет. Как не зайду, у всех, на кого я подписана, смотрю, там уже успела Надежда Николаевна лайк поставить. А это владелица магазина, студии пряжи, в которой мы сейчас находимся. Я, к сожалению, бессовестно, бесстыжая, забыла поинтересоваться, как вас зовут. Наталья. Вот, мы с Натальей уже минут 40 общаемся, и не успела как следует познакомиться. Очень приятно, Наталья. У вас чудесное место, очень атмосферное. Самое главное, такое богатое по выбору. Да, мы уже, конечно, побегали. Как я уже сказала, мы минут 40 тут уже тусуемся. Побегали, повыбирали. Да, больше, да, уже час точно. Вот то, что мы себе выбрали. Сейчас у нас на очереди уже мотаются очередные бобинки, которые мы тоже выбрали. Ну, в общем, сегодня... Но это же еще не предел, да. Мы еще не остановились. Да, мама мне немножко простыла, но ничего, ей простительно. Она такой талантливый человек, что ей можно покорректить немножко. Можно на пальцах. На пальцах, да. Да, Виктория, вы правы, рай, это рай. Так что вот Наталья, это магазин, вот название его, девочки, смотрите, Алинда. На Войковской. Да, находится он на станции метро Войковская, совсем рядышком, но если вы зайдете в аккаунт, вы там увидите в закрепленных сторис на панельке, увидите маршрут следования, очень легко найдете просто без проблем. И здесь действительно хорошо. Вас, кофейком вам все, да, как раз только хотела сказать, мама опередила, вас угостят вот такими вкусняшками. Вам предложат чай, кофе. Да, с вами поболтают, проконсультируют, расскажут, если чего-то не знаете. Может, и нет. Вот уходить, честно, не хочется. Мы тут сидим, отвлекаем уже Наталью и... Да нет. Это супруг ваш, да? Я правильно поняла? Это супруг, да. То есть у них семейное дело, Александр. Он спрятался сейчас там, но покажется. Вообще это семейное дело. Мужчина, муж, жена и ниточки общие. Ну это же здорово, потому общее что, дело, да. Потому что все же, что ты, может быть, тратишь время?
Но на самом деле магазин же недавно открылся, да? Вот расскажите, как... В апреле месяце мы открылись. Ага, в апреле месяце. А как вообще вот вы придумали такую идею? Как она вот вообще у вас родилась-то, такая идея? Магазин открыть так сразу? Ну, вот. Это хобби, скажем так. Ага. У нас уже есть основной большой бизнес, а это так, для развлечения. Ага, ага. Понятно. Ну, хорошее развлечение, однако, да. В торговом центре, да, такой магазин, причем легко вас найти. Хорошее развлечение, однако. Просто вижу, как-то решила, думаю, надо чем-то, решили с мужем, надо чем-то заняться еще. Вот. Понятно. Хорошее занятие, очень хорошее. Мы поддерживаем, мы как потребители поддерживаем. Виктория, нравится. На самом деле, если вы совсем, ну вы же давно со мной знакомы, да, то раньше я была любителем семеновской пряжи, бобинной, именно бобинной. И, в общем-то, не гнушалась, и даже и акрил, чисто стопроцентный акрил бобинный, брать у них и вязать, и вполне приемлемо. 4. Иногда, когда большое изделие и предполагается, что не хотелось бы ее рвать, иногда это очень удобно, очень помогает бобинная пряжа. А сейчас такое разнообразие, такое богатство составов, что хочется попробовать. И цена на бобинную пряжу, она, ну, если рассчитывать ее, то она получается, если изделие рассчитывать в итоге, то получается гораздо выгоднее, чем моточная. Уж моя мама там экономист знает точно. Вот, что мы здесь выбрали. Лично давайте я вам покажу. А то показываю бобинки, хоть расскажу, что мы выбрали. Вот это вот точно пойдет мне. Я вот такая вот хапуга. Ой, красивущая. Красивущая, слов нет. Девочки, это махер. Махер с шелком. Я не знаю, видно вам вот... А, видно, отлично. Вот, смотрите, прям туда залезу сейчас, чтобы вам видно было. Видите, какая красотища. 70% кедмахер, 30% шелк. Так, красивый цвет, такой жемчужный. Здесь серо-бело-жемчужный. Да. Но это еще освещение электрическое. При дневном свете будет, конечно, по-другому. Что скажут? Маме брать, не брать? Девочки, мама просит художественный совет собрать. Прямо сейчас. Потому что она сомневается. Ну, вообще, мне кажется, брать. Да, тебе красиво мне будет. Мне очень нравится, но я не знаю, надо ли оно. А, в общем, ей нравится, ей хочется и колется, но она не знает, нужно ей или не нужно. Что бы вы сделали на месте мамы? Такой вопрос. Это необыкновенно, Милан. Причем это не такая, знаете, зазывалка в рекламных целях. Вы сами видели, вот мама сидит, реально сомневается. Облизываешься. Да, облизывается. Ну, вообще реально красивая пряжа. 100% меринос. 100% меринос. Давайте сейчас туда залезем, вот сюда вот так. Ага. Ну и цена какая вкусненькая. 240 рублей за 100 грамм. Ну, отлично. 1500 метров, мама, это в 3 нити минимум складывать. Да. Девочки, всем привет. Вы извините, кому я не успеваю помахать в ответ. И вас много, и мне очень приятно, что вы такие заинтересованные. Смотрите, что еще я для себя выбрала. Это махерчик с люрексом. Будет пуловер с красивым глубоким вырезом, подчеркивающий декольте. И на вырезе будет ажурная планка. Я прям вижу. Рукава, скорее всего, будут свободные, широковатые такие, знаете, может быть, даже чуть-чуть расклешенные. То есть он будет очень такой комфортный. Очень приятный. Так, что у нас здесь по составчику? Сейчас посмотрим. Так. Посмотрите, какая цена. Ну, вообще обалдеть. Так, бобинная пряжа. Кристаллай. 350 метров на 100 граммов. Ну, вот вы видите, да? 60 махер, 30 шелк, 10 полиамид и еще и люрекс. Цвет сиреневый. Красота. Так, еще я выбрала... Вот какую, смотрите. Ну, красота. Красота. Так, что это? Ну, выбор действительно интересный, девочки. Скажу честно, не буду обманывать. Магазин по размерам не очень большой, но здесь вот так грамотно расположено, на стеллажах установлено, и туда можно еще вот туда зайти и завернуть, вот туда можно зайти и завернуть. И здесь еще есть, давайте я вам покажу сразу, коль уж заговорила про... размеры магазина. Сразу говорю, не реклама. Мы случайно забрели сюда, и нам очень понравилось. И я решила, что я должна вам рассказать. Тем более, что это совершенно новый магазин. Вот. Еще вот так здесь красиво витрина оформлена. То есть, если вы придете с улицы, да, вот торговый центр, вы придете, первое, что вы увидите, это вот этот чудесный уголок. Очень прикольно. Уютно. Уютно. Но я довольна. Мы действительно случайно здесь гуляли, брели, и вот, видели такое классное место.
Ну что, продолжу. Буду хвастаться. Буду хвастаться. Так, это я вам уже показала. И еще я взяла себе вот такой вот твидик. Очень красивый цвет. Здесь даже не знаю. Это... Ну, не свекольный, нет, но... Какой свекольный? Это лаванда называется. Лаванда, не знаю, мне почему-то баклажан напомнил. Ну, лаванда, да. Бобинная пряжа тоже, смотрите, 600 метров, 100 грамм, 80 шерсть, 20 полиамид. Вот. Такая классная, и ну цена классная, сами видите. Значит, что из этого будет, да, не секрет, будет мой кардиган, в котором я сейчас просто живу. Хожу в нем, не снимаю, сплю в нем, мягкий, теплый, комфортный, вот он у меня видео. Но вы его все видели уже, конечно, давайте я с вами поздороваюсь. А то я рассказываю, вот он на мне, недоделанный. Девочки, я бессовестная. Зеркало. А, точно, сейчас сделаем. Давай свой пошел. Извините, что я так вас дергаю, девочки, я неопытный инстаграмщик. В общем, вот видите, да, с этой стороны я показывала вам. А вот с этой стороны у меня так и недоделано. Вот такая я бессовестная дама. Хожу по городу. Хожу и в недоделанном кардигане. И вы знаете, вот совершенно не переживаю. Пока никто не пристал, не сказал, а у тебя недоделано. Никто не снял. Но если что-то, у меня отмазка, это такое дизайнерское решение. Не, ну вообще, конечно, я буду доделать однозначно. Сейчас, когда мастер-класс доснимаю для вас, закончим с вами вязать наши кардиганы. Да? Я надеюсь, что есть среди тех, кто смотрит сейчас, те, кто тоже вяжет. Ну, в общем, вот так это смотрится. А, вот, ответ на вопрос, как я его, значит, закрываю. Видите, булавка. Все, вообще он без застежек. Не предполагается ничего. Хотела пояс, изначально видела его с поясом. Потом, знаете, посмотрела, ну, нет. Немножко как-то олдскульно я в нем выгляжу, слово такое модное. Ну, в общем, решила, что все, пусть будет такой, без застежки, без всего. И на булавку, вот где она, вот на такую булавку скрепляю. Отличное решение. Ну что, всем девочкам спасибо. Спасибо за то, что вы присоединились к этому сторизу. Если получится, я сохраню. Если получится. А вообще, вот вам наводка. Новый магазин, интересное место. Приходите, пейте чаек, кофеек, общайтесь с Натальей. Класс. Все, всем пока, всем хорошего дня. Пока-пока-пока. I'm not gonna change my mind. You're headstrong forward, but this time around I'm taking my time. Don't push me. I'm not coming down. I'm not giving up. Oh, don't rush me. I made up my mind. Going